Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю небесный, утешителю души и земли, и сокровище благих и жизни подателю, прежде всели земные, и очистены от всякие скверны, и спаси блажен души наша. Миром Господу помолимся. Господи, в мире и спасении душ наших, Господу помолимся. О мире всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей и соединений, великом Господине и Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, и о граде всем, всяком граде, стране и верую живущих в них, Господу помолимся. Оеже благословите доброе сие намерение наши, дело рабов своих, и ожеже благословите начаток, основание здания сего, и благополучно в славу имени своего начала его положитесь и спешно в совершение кроме всякого препятствия просветися силой действием и благодатью Пресвятого Духа. Господу помолимся. Труждающимся делателям благопоспешства во всем подати, и дела рук их исправите, и в совершении силою действием и благодатью Пресвятого Духа спешно произвести. Господу помолимся. Видимых и невидимых враг, и во всем благопоспешство, к сооружению же мудрость, и к совершению силу, силою действием и благодатью Пресвятого Духа подати. Господу помолимся. Призри, молимтеся и ныне, милостивно на Елесие, и небесным Твоим благословением благослови и освети его. Помазуемое, освященно и благословенно, и Тебе благоугодно и приятно было. Щедротами единородного Сына Твоего, с Ним же благословен Иси, с Пресвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом. Ныне... Во имя Отца и Сына, Святого Духа, благоволи, Господи Иисусе Христе Боже наш, знаменем страшным и силою креста Твоего, оградитесь месту сему, в славу Тебе, распятого Бога нашего, и Твоего безначального Отца, и Пресвятаго Твоего Духа, и ангел всегубительный, и вся сопротивные силы да отступят от него, яко Твоя есть держава, и Твое есть царство, и сила великого Бога, и спаса нашего Иисуса Христа, ныне и присно, и во веки веков. Предстойте к благодати силы Твоей, ныне благослови, укрепи, и в совершении благодеяния рабов Твоих проясни. В отгнании бесов и всякого сопротивления сохраняем честь же и память Пресвятые Владычицы нашей Богородицы, и Ты, и же и Альфа и Омега, начало и конец, и же искони всяческое созда, буди начало, умножение и совершение делу сему, к сооружению и совершению храма сего, Твоим божественным промыслом изобильно умножи. Якогда будет храм совершен и полн Твоя славы, и в нем прославится Твое пресвятое и великолепное имя. Сей окропление воды сия священное в непоколебимое основание храма, созданного во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Закладывайте. Благословенное знаменное будем место сие, есть Господь на месте сие, а же не месте страшно есть место сие. славим и воспеваем Тя, единого истинного Бога нашего, Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И милостив, милостив буди, Владыка, о грехах наших, и помилуй ны. Милостив, бою человека любит Бог еси, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко благ и человеколюбие. Я, конечно, хотел бы в первую очередь выразить слова благодарности тем людям, которые откликнулись на просьбу тех людей, которые инициировали строительство этого храма. А вот, слава Богу, нашлись люди, которым строительство дома молитвы не безразлично. Хотелось бы выразить огромную благодарность и заводу, который помогает, Еврохим, в основании, замечательном основании храма. Мы видим, что заложено прочное и достаточно большое основание для того, чтобы здесь был построен храм, в котором могли приходить не только жители этого поселка, но и гости, приезжающие, и здесь благодарить Бога и обращаться к Нему со своими прошениями. Это очень радостно видеть, что в наше время не только восстанавливаются, но и строятся новые храмы. Мы надеемся, что предстательством Матери Божией, ее молитвами, в честь которого основан будет будущий храм и заложен сегодня, Господь защитит и Отечество наше, защитит и всех нас от всякого напасти, от всяких скорбей и невзгод. Сегодняшнее событие – это яркий пример совместной работы обычных людей, жителей Большевудского поселения, церкви, спонсоров, пожертвователей. Все мы живем под Богом, и у всех у нас в сердцах живет вера, надежда и любовь. Мы уверены в том, что в будущем в этом небольшом храме навсегда поселятся также вера, надежда и любовь. Уважаемые гости, спасибо вам всем большое, строительной организации, компанию «Еврохим», кто отозвался на такую просьбу. И, как говорится, в нашем случае нам сам Бог помогает. Я, как представитель компании «Еврохим», очень горд, что участвую в этом строительстве. Хотел бы выделить большие усилия, которые были направлены на согласование этой церкви со стороны администрации и отца Тимофея. Также хотелось бы отметить нашего директора Илью Белобородова за активное участие, за то, что эта идея начала реализовываться. Хотелось бы поблагодарить еще раз подрядчиков и предоставить слово. Добрый день, дамы и господа. Я прихожу из Сербии, но постараюсь, чтобы я рассказал пару слов. Я, как представитель компании «Велестрой», хочу выразить свою нашу благодарность жителям города Кингисеппа, поэтому на их гостеприимство, на которое мы тут нашли, потому что я знаю, нас тут уже 2500 рабочих, я знаю, что на таких городах это большое количество, иногда есть некоторые моменты, которые, как сказать, мешают людьми, которые уже тут весь жизнь свой живут. И с этим церковью мы хотим как-то выразить свою благодарность, что кроме этого завода, который строим, мы хотим, чтобы тут осталось еще одно красивое здание, которое будет на будущие генерации. И надеюсь, что уже тут в конце года будем отмечать первое крещение. Немного осталось сказать после того, что уже было сказано. Мы хотели бы просто сказать, что мы счастливы, что компания Technimont участвует в данном мероприятии. Мы благодарны за то чувство, что мы принимаем в данном обществе и участвуем в его жизни. И вложение в церковь – это вложение в будущее. Здравствуйте всем. Компания «Настрой Уникс» разделяет идеи ответственности и принимаем непосредственное участие в строительстве этого храма. Здесь было много всего рассказано, можно и помощь построить. Спасибо огромное.